Привет всем подписчикам FNGM, с вами я Строк. Я Red Nets Fit на Standard, я на нервах, потому что только что я снимал видео для вас, моих любимых подписчиков. Нет, сука, затупила эта НФС-ка. Такая безумная погоня была, вы это видели. И вот, честно, если вы не рвете, ну поверьте, пожалуйста. Это пиздец, короче, я сейчас на нервах, я... Фух, тут... Я уже до 4 уровня погони нашел, я уже джипа даже сбил. Тут пару машин убил, все, уже 80 тысяч набрал, которые мне были нужны. Это просто пиздачина. Ебать, у меня еще второй уровень розыска. В какую пизду, если у меня был 4-й? Ебаный канаебизм. Ну ладно, ничего, ничего. Пиздец. Давайте третье место. И опять мне, как обычно, засадят на ёбаные заправки. Я вообще, я на таких психах, это пиздос. Пофиг, какой статус, хоть 4, ебать. Я буду вас взъебывать. Как меня выбесили. На, со снеголубца. И ты, сука. И шаки ебучие. Как будете сосать хуй. Вы меня это уже бесит, я так матюкаюсь. О, поеду тут. Ой, сейчас. Бабла сорву. На! Легкий мне дорожный. На! Получите, распишитесь. Погоня не на шутку уже начинается. Бля, встречка, встречка, встречка! Мусоров нет. Ух, нихера себе вас там. Так, каким образом это у меня въехал? Никаким, на пролом. Так, опять заправочка. Так, приготовить. Я не вижу его, попробуй найти. Он ушел, надеюсь, попадет на цепленью. Фу, 90 тысяч. Вот так это сильно рискованно, но... Диспетчер, вас понял, это Чарли 3, со мной четверо. Выставили заграждение к северо-востоку от последнего 2-0. Диспетчер, у нас там уже машина. Ждите. Ну, я прямо был подорван. Внимание всем, код 6 все еще на свободе. Так, уже половина, больше половины.
Так, он проезжал. Я это сделал, мать его. 90 тысяч. Говорят, камикадзе полгорода на уши поставила. Тебя ищет? Она сумасшедшая, но ты ее побьешь, я знаю. Фух, это было видео. Напряженный выпуск. Короче. Это был короткий выпуск, но если не... моя запись, мой компьютер каличный и эта игра, выпуск просто был охуителен, он невъебенно охуителен, да. Ну, я думаю, понравилось это видео многим, ставьте лайки, смотрите нас, подписывайтесь на наш канал с Фанни. В следующем выпуске будет гонка с Кейс. Всем пока, с вами был Ice Frog, блин. Да, язык запутался, пиздец.